Органы социальной защиты обращаются к родителям дошкольников, которые хотят оформить дополнительную компенсацию части родительской платы за детский сад или ежемесячное пособие на ребенка. На портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан реализованы 3 услуги с возможностью подачи заявления в электронном виде, без необходимости личного обращения в органы социальной защиты. Это услуги по назначению основной и дополнительной компенсации за посещение ребенка детского дошкольного учреждения, а также назначение ежемесячного пособия на ребенка. Поэтому у меня убедительная просьба всех мамочек или папы, на кого оформлены договора на детские сады, если кто-то обращается к нам за данными мерами социальной поддержки, вы можете не приходить в органы социальной защиты, это на Рафикова 10, это очень удобно. Заявители через портал государственных услуг могут проследить продвижение документа и узнать, принято ли оно. Возможно, затребуются еще какие-либо документы. Все это существенно экономит время. Также органы социальной защиты планируют провести разъяснительные беседы и в детских садах. Сейчас мы еще организовываем выходы в детские сады. С декабря по февраль будут родительские собрания, поэтому наши специалисты органов социальной защиты, мы будем выходить на эти детские собрания, еще раз родителям объяснять о том, что это уже сейчас, вы понимаете, это самое такое время, что однозначно нужно подавать через электронный портал данное заявление.